В связи с ремонтом котельного оборудования в нескольких поселках и микрорайонах Нижнего Тагила будет отключена горячая вода. 30 июля по 3 августа коммунального блага лишатся жители рудника имени 3-го интернационала. В Покровском 1 горячей воды не будет с 6 по 20 августа. С 13 по 27 августа будет прекращена подача услуги ГВС жителям поселков Запрудный и Горбунова, а также потребителям микрорайона Голого Камня на улице Носова, Челюскинцев и Радищева с 20 по 30 августа.